Привет, друзья! Вновь в эфире рубрика «Экспресс-разбор раздач». И сегодня мы разберем очень непростую ситуацию, которая ставит многих игроков в тупик уже на префлопе. И как всегда, мы это сделаем на примере моей раздачи и выясним, как лучше, как прибыльнее нужно играть. Ну, давайте посмотрим, что у нас был за экшен. Я вернулся после двухнедельного отпуска за игровые столы. Решил поиграть лимит ниже, чем я играю обычно. Я так всегда делаю после большого перерыва. И я играл NL50 в сети iPoker Room Red Star. У меня были карманные валеты. Я сделал open race. И вот как раз здесь начала происходить та ситуация, которая многих ставит в тупик. Именно когда вы играете, например, на СБ или на большом блайнде. Что произошло? Меня трибетал неизвестный рек. И рек на ББ сыграл 4 бет. И вот здесь вопрос не в том, как я сыграл, да, я здесь, естественно, запушил своих карманных валетов, но тут сложность возникает, когда вы сами оказываетесь на большом блайнде, и у вас какая-то рука средней силы, то есть у вас, например, карманные десятки, карманные валеты, туз-король, туз-дама, одномастный, да? Давайте я сейчас сразу покажу шоу-даун. Мне повезло, у моего противника были десятки, да, я выиграл этот стек. Но тут вот возникают трудности. Вот вы находитесь на большом блайнде, например, с десятками, или там с валетами, или с тускороль, или с дамами. Идет open race, идет 3-bet, и вы играете без позиции на SB или на BB, и у вас возникает вопрос, что сделать? Закалировать 3-bet в холодную или сыграть open 4-bet? После того, как вы сыграли open 4-bet, что делать? Играть колом пуша или выкидывать на пуш? Потому что вроде как и выкидывать жалко, и колировать страшно, да, в такой ситуации. И здесь очень важный момент, который вы должны запомнить, чтобы больше никогда не ошибаться в таких ситуациях. Запомните, без позиции на СБ, на ББ вы играете без колов 3-бетов в холодную. Не играйте колами 3-бета. Это самая минусовая линия, которую здесь можно избрать, да. То есть, например, вы оказались здесь десятками на ББ. Идет open race button, 3-bet, и вот вы на ББ, вы никогда не колируете 3-бета в холодную. Почему? Потому что как только вы сыграете кол, вы, казалось бы, там выберете меньшую из двух зол, но на самом деле нет, вы выберете самый плохой вариант. Почему? Потому что когда вы колируете 3-bet в холодную, вы можете не увидеть постфлоп, потому что оппонент на баттоне, например, запушит. Если вы даже постфлоп увидите, как чаще всего вы будете играть его в 3-way поте, у вас будет капнутый слабый рейндж, у вас будет доминированная рука, и вы не убережете себя от кулера, да, если он там будет. Поэтому колировать 3-бета без позиции, когда у вас плохая реализация эквити, когда вы будете играть в мультипотах, когда вы доминированы, это самая плохая линия. Из-за того, что вам страшно эти руки играть там open 4-bet, вы их колируете, но это еще хуже, да, чем сыграть open 4-bet. Я прекрасно понимаю, почему вы так делаете, потому что вы просто не знаете, что вам потом делать после 4-бета. Играть кол пуша или играть фолд. И как раз мы сейчас этот вопрос разберем. Навсегда его закроем, и вы будете точно знать, что делать, когда вы сыграли open 4-bet. Так вот, запомните, что с такими руками вы никогда не колируете 3-бета без позиции в холодную. Вы либо их играете open 4-bet, либо выкидываете, да. Но, опять же, достаточно сильные руки. То есть, с чем вы можете open 4-бетить? Например, вот в такой ситуации, там, BB против open raise с баттона и 3-бета с SB. То есть я бы здесь, ну, естественно, весь топ-рейндж open 4-бетил, я бы здесь open 4-бетил бы десятки, я бы open 4-бетил, наверное, вот такие руки, и, возможно, еще какую-то часть, не всю уже по рандомайзеру, там, туз-дамы или туз-10, да, зависит от того, там, что за оппонент 3-бетит. То есть иногда можно даже и чуть больше блефовых open 4-бетов подключать. То есть в среднем у вас будет 4-бет, open 4-бет, ситуация, когда идет open raise, button, 3-bet, SB, вы на BB, open 4-bet будет в районе 5-6%. При этом, что вам делать после того, как ваш оппонент пошел в all-in, да? Это зависит, конечно, от позиции, с которой он открывался, да, и от того, кто именно пошел в all-in, да, кто запушил. То есть в данной конкретной ситуации нужно было с десятками играть open 4-bet fold. Почему? То есть мы зарабатываем просто на фолдах оппонентов, мы зарабатываем на том, что иногда оппоненты колируют наши 4-бета, мы реализуем equity, и в среднем это будет лучше, чем сыграть просто прямой фолд или закалировать 3-бет в холодную, да, это будет как раз меньше из двух зол. Но мы должны играть open 4-bet fold, когда изначально open raiser пушит. Почему это происходит? Потому что я здесь, ну вот, находясь на позиции баттона, пихаю в двух оппонентов, то есть у меня здесь не будет слабых рук. У меня не будет никаких блеф пуши на префлопе. То есть мой рейндж пуша, но это валеты плюс туз король, да, вот мы посмотрим,
как, например, стоят валеты десятки против рейнджа, валеты плюс туз-король, да, они имеют 33,5% equity. Надеюсь, вам здесь это видно. 33,5% equity. Шансы банка на кол в данной ситуации, когда я пихаю, да, 39%. А, не 39, извините, 36%, да, это для другого хиро. 36%. Соответственно, кол здесь будет минусовый. То есть у нас эквити руки против рейнджа, десятки, да, против рейнджа, валеты плюс туз-король, вот против моего рейнджа на баттоне, 33,5%, а шансы банка на кол 36%. То есть эквити нашей руки меньше шансов банка на кол, поэтому кол будет минусовый на дистанции. И в такой ситуации мы играем, вот, например, на ББ с десятками, open 4-bet и fold. И при этом, если бы, например, запихнул бы не я, как open-raiser, да, вот представим такая ситуация, open-raise, 3-bet, ББ с десятками играет open 4-bet, я, как префлоп open-raiser на баттоне, выкидываю, а парень на СБ пихает, да, и парень на СБ уже пихает в одного оппонента, у него может быть чуть-чуть более широкий спектр пуша, у него здесь при 3-bet с СБ тоже есть все руки по типу, например, карманных девяток, и вот да, посмотрим, как немножко изменился рейндж, мы сюда добавили чуть-чуть пошире ему рейндж пуша, то есть он уже сам пушит десятки, я в прошлой ситуации десятки не пушу, потому что это, ну, типа, очень аркадно здесь получается пихать десятки. Девяточки, ну, там, 30% девяток, 30% восьмерок, то есть у него рейндж пуша становится чуть-чуть пошире, да, и за счет этого у нас уже кол будет плюсовый, потому что наша эквити руки в этом случае 38%. То есть, что здесь нужно понимать, да, вы, может быть, сходу не можете там эти проценты прикинуть во время игры, но просто запомните одну простую истину, да, что когда оппонент пихает и за ним сразу два оппонента, у него всегда спектр будет сильнее, чем если, например, пихает один оппонент. Это первое, что вы должны запомнить. Второе, что вы должны здесь запомнить, что, например, если эта ситуация будет, ну, из более ранних позиций, то есть, например, я бы открывался из УТГ, 3-bet бы был бы, например, с баттона в УТГ, open 4-bet с ББ, и даже префлоп open-raiser выкидывает, а баттон пушит, в этом случае карманные десятки вы тоже можете выкидывать, да, и вы можете колировать там рейндж по типу иногда даже дамы плюс туз-король, ну иногда там часть валетов. Почему? Потому что когда изначальный префлоп-агрессор с баттона 3-bet в УТГ, у него изначально уже узкий и сильный спектр, то есть у него не такой будет широкий спектр, как 3-bet СБ против баттона. То есть помните об этом, что, во-первых, если оппонент пушит в двоих оппонентов, у него всегда более сильный рейндж, и поэтому вот руки, например, которые мы вам нарисовали, да, такие пограничные в open 4-bet, ну, то есть блефы мы точно выкидываем, да, вот все блефы мы выкидываем. И тут вопрос в пограничных колах, то есть колировать ли нам десятки валеты. Вот десятки точно не колировать, валеты не колировать, если open race шел в раннюю позицию от узкого спектра, да, если этот пуш идет в двух оппонентов, да. Если же пуш идет от одного оппонента, ну, то есть в одного оппонента, это в более поздних позициях идет, тогда мы можем, например, заколировать валеты, иногда десятки. То есть, если совсем упростить, вы что должны сделать в подобных ситуациях, когда вы находитесь какой-то средней рукой на СБ, на ББ? Запоминайте. Первое, вы всегда эти руки играете против Open 4-bet, и вы никогда их не колируете, это первый важный момент. То есть, если не готовы, да, там, ну, лучше тогда вообще фолд сыграйте прямой, но это тоже будет плохо, лучше сыграть Open 4-bet. И после Open 4-bet, да, решение о коле пуша или о фолде на пуш вы принимаете за счет анализа того, какой оппонент против вас пихает. Если против вас пихает оппонент, и он пихает сразу в двух оппонентов, вот эти пограничные руки выкидываете. Да? Если, например, оппонент открывался с ранней, там, 3-bet был в раннюю позицию, опять же, очень сильный спектр 3-bet, и опять вас пушат, вы опять же эти пограничные руки выкидываете. Если ситуация, что, например, вас пихает оппонент, и вы предполагаете, что он может более широко пушить, потому что он пушит в одного оппонента, он пушит в позиции, где у него большие 3-bet, например, СБ против баттона, да, и вы подозреваете, что он может такую небольшую часть рук подпихнуть, тогда вот вы те самые пограничные руки, десятки валеты, уже будете нажимать с ними кол. Вот, следуя этому простому правилу и тем уточнениям, вы сможете очень хорошо отыгрывать непонятные для вас руки, да, вот этот средний value range, который, из которого вы теряетесь, с которым вы, может быть, раньше колировали 3-бета или не знаете, что делать после 4-бета, следуя этому простому правилу и тем уточнениям, которые мы сегодня привели в этом видео. Ну, а на этом все, ребята. Всем хорошего дня, удачи с вами, пока!